Доброе утро. Утро не зимнее, видно, значит, пасмурное вот такое, но 0 градусов где-то, но не так сыро. То сыро и мелкий дождь был, что-то такое. Сегодня более приятней. И, наверное, если погода позволяет, сейчас подумаем, как начать укреплять нам берег. Видите, он постоянно подмывается и осыпается. Вот уже мостик же делался впритык буквально берега. Видите, уже осыпалось. Я уже вот такие штуки позабивал туда и поприваривал. И он продолжает осыпаться. Его как-то надо укреплять. Сейчас будем что-то думать, как укреплять. Ну вот корни с этого дерева, вот его здесь держат. Ну вот тут что-то надо и дальше, и там дальше осыпается все. И сегодня ночью были звуки, я орудовал бобер. И я посмотрел, ну это все старое. Сейчас вон покажу. Вон там новенькое, видите? Какие свежие веточки, обрызенные без коры. Вон, очищенные полностью. Вот, что он делает. Он повалил дерево, и он молодую кору с верхушки полностью обгрыз. И он куча веточек обрызенных. Ну, благо, новые деревья он как бы не портит. То, что он себе навалил, то он сейчас обрезает. Ну, это ладно, пускай нового ничего не валит. Вот. А я сейчас займусь, посмотрим, что и как. Зимы, наверное, в этом году не будет, да? Не похоже на что, субтропики стали. Сейчас будем думать. Вот тут. У меня есть старая акация, бревна там с разборки, которых порубить нельзя. Так что, возможно, мы эти бревна вот и уложим. Немножко надо укреплять, потому что осыпается и осыпается. Скоро вот тут дорожка. Рыбаки у нас ходят. И эта дорожка будет продолжаться туда к нам даже. Надо что-то думать. Ну вот так. Вот сегодня этим и займемся. Смотрите канал Трепанация. Не всегда и стройка такая идет. Стройка когда-то же ведь заканчивается. А? Снимаем свою жизнь, что у нас происходит. И не всегда такое интересное, разве у всех каждый день что-то происходит новое. Ну, что происходит, то и показываем. Ну вот это тоже. Как бы небольшая стройка, только стройка чего? Благоустройка, укрепление склона. Ну вот, я уже молот достал, бензопилу еще возьму. Вот у меня есть вот такие акациевые, акациевые бревна, которые с трудом режутся обычной цепью, но это режет. Но рубить, я же говорю, вот колун, он не рубит, он просто как в камень заходит на пару миллиметров и все, оно не колется. Вот такое. И вот, наверное, мы их по размеру посмотрим. Положим вдоль берега. А тут забьем столбики. Вот они есть. Тоже позабиваю, чтобы оно держало. Ну а верхушки, то, что будет торчать, бензопилой срежем. Ну, сейчас продолжим. Главное дело начать. Подумать, что и как, а дальше оно уже пойдет. Сейчас пару столбиков понесу туда. Вот. И бревнышко какое-то выберу.
Ну вот примерно в таком духе вода у нас не поднимается выше вот этого, поэтому подмывать дальше не будет. Вот у Косины на мостике есть, и видно же, где была вода. Максимум даже зимой, когда лед, она чуть-чуть выше, буквально на пару сантиметров у Косин, выше она не поднимается. Эти бревнышко у меня выше, я думал три положить, а смысла-то нет. Вода не поднимается. Подсыпал землей и тут сделал более пологий склон, чтобы он сам дальше не сыпался. И еще дерна сюда подложил. Здесь травой как раз зарастет. Ну и вот это зарастет же само собой. Более пологий, он уже сыпаться сам не будет. Он там есть более круче у нас. И травой поросло, оно не сыпется. А сыпется ж явно вода подмывает. Все, здесь уже не будет. И в таком же духе будем продолжать. Здесь корни ничего мы не будем ложить. А вот этот кусочек, видите, осыпается. Вот сюда тоже подложу. Верхушки этих столбиков я возьму бензопилу, срежу. И в принципе оно будет более-менее аккуратно. Я же говорю, если травой зарастет, будет красиво. Еще чего думаю, чего думали, это и Вита говорила, и Виктор тоже. Мы потом возьмем, ну, вот такого где-то диаметра, молодые какие-то свербы, ветки, и позабиваем. А верба же в воде, она приживается. И будет вот такой, типа, заборчик, ну, не заборчик, ну, вот такое, по уровню надо не пускать высоко. Подстригать, и оно зарастет этой вербой, растет очень быстро, если есть вода, и будет круто. Ну, сначала надо вот бревнами вот это укрепить. Думал вот это большое положить сюда, оно не клеится, мы его, наверное, засунем вот сюда, перед кладкой. Видите, уже сколько осыпалось, потому что эта досточка, когда я строил эту кладку, я ж строил бы от края земли, вот где была, видите. Ушла уже. И вот так оно потихоньку за 3 года уже, видите, ушло насколько. И так уходит и уходит. Поэтому это надо делать. Ну все, здесь, здесь и туда еще. Явно туда никто делать не будет. Вот там, и там он более пологий. Вот, если видите, и тут куча зарослей. Нанесло он уже бутылок, блин, пластика надо забрать. А это ж некоторые рыбачки наши несознательные. Вот так, ага. Вот, нормально. Вот это. Вот так, провел время приятное с полезным. Вот, а все после себя полезное оставил, можно сказать. Вот, оно плавает, его сюда приносит. Он еще бревнышко какое-то принесло. И там, я видел, тоже плавает. Ну, берем вот это все. И тут, в принципе, не так много работы. На несколько дней, если погода позволит, сделаем так. Это мы потом на мусор. Ну, продолжаем. Смотрите канал Трепанация.
Ну вот так, не дало мне доделать кусочек укрепления берега. Потом еще ж тут будет то, что и было с этим штилем. У меня ж шнурочек порвался в прошлый раз. Я его тут соединил, можно сказать, сделал. И купил шнурочек тоже. Ну, не менял. Этот работал, работал, работал. Ну, и вот он уже опять оторвался. А теперь уже поставим нормальный. Потому что разборки занимает, да, на полчаса времени, наверное, как минимум. Вот. Поэтому и не менял. Вот, сколько уже пилил дрова там. И все было нормально. Ну, значит, сейчас уже поменяем. Ну все, сменил я шнурок, все работает, как видим. Пошел срезать. Ну вот так, вроде бы все нормально, тут уже укреплено, осыпаться не будет. Вот тут я еще немножко более полого счищу, а потом оно зарастет травой и подмывать оттуда не будет. Ну и осталось мне, естественно, вон туда. Это маленький кусочек, там намного больше. Здесь же вот наша яблонька, как вы видите, спасенная от бобра. Вот это тоже надо будет все обрезать и тут укрепить и дальше, вот, вот так оно отсюда выглядит. Ну, все, земля уже не будет осыпаться. Так что вот так, смотрите канал Трепанация, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Колокольчик новогодний 2020. Не забудьте поставить. Удачи всем. Пока. А мы продолжаем.